Как я не заметила, как убить интернет. Какая животрепещущая тема, особенно для меня. Только я интернет-то не собираюсь убивать, я как раз наоборот. Хочу его воплотить, да скажем, в новом обличии, чтобы интернет был повсюду. И даже в таежных лесах, и даже в морях и океанах. И похер даже под океанами пусть тоже будет. И причем высокоскоростной, беспроводной, единый. Вот так вот. Запомните мои слова. Геленджик, 6 октября 2012 года. Еще, кстати. Вчера мне поступила новая информация по поводу, так скажем, новой эпохи, апокалипсиса, если хотите. Откровение меня посетило. Откровение посетило меня вчера, а сегодня уже детали приплюсовались, так скажем, более понятно стало. Сатана, дьявол и Бог. Как будто бы добро. А чё они по разные стороны? Там и там. Нахрен? Пошли вы в жопу. Давайте объединяться. Объединим сатану и Бога. Это будет мега. И вы знаете что? Как только я поделилась с первым человеком этим, он такой: ты чё, бля, ебанулась? Совсем ебанулась? А, вот. Ты чё, бля, совсем ебанулась? Это, кстати, верный признак того, что все верно нахрен. И уже не первый раз замечаю. Это самый верный признак. А, еще, кстати, при этом, после этих слов он встал и 3 раза перекрестился. Так что все по плану. Так скажем, как будем соединять Бога и сатану? Я думаю, часть, а лучше все запишем. И по возможности. Сейчас мы идем на пляж. Идем на пляж, читать журнальчик. Что ж там пишут про интернет? Так скажем, у нас сегодня первый день нового цикла. Нового цикла. Чего? Чего? Не понимаю. А, махаешь, да? Махай. Махай. Пока махается. Так вот, у нас сегодня... Нигде пообщаться не дают. Потусоваться с самой собой. Так, пойдем дальше. Так на чем я остановилась? О, ну-ка фотку надо сделать.